центральная группа наших войск продолжала вести наступательные бои западнее реки Одер и реки Нейзе. На Дрезденском направлении советские части, форсировав реку Шпрее, стремительно продвигаются вперед. Немцы спешно подтянули в этот район крупные подкрепления и свода бросают их в бой. Однако все попытки гитлеровцев контратаками остановить наши наступающие части успеха не имели. Западнее Одера наши войска заняли города, завязали бои в пригородах Берлина. В ночь на 21 апреля наши тяжелые бомбардировщики нанесли массированный удар по военным объектам Берлина. В результате этого удара возникло более 50 больших пожаров, сопровождавшихся сильными взрывами. За 21 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 156 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 56 самолетов противника.